Здравствуйте, я Татьяна Антоненко, доцент Алтайского госуниверситета, кандидат биологических наук, автор проекта «Живая наука». И мы поговорим про кошек. Почему же кошки могут что-то грызть? Когда у кошки насыщенная, полноценная жизнь, то есть вы развлекаете свою кошку, да, покупаете ей разные игрушки, новые запахи какие-то в ее жизни появляются, то кошка обычно не грызет. А вот когда животное скучает, тогда, конечно, возникает необходимость как-то себя развлечь. Если Новый год, она может есть мишуру. А если у вас есть целлофановые мешочки, к сожалению, мы все ими пользуемся, а она может наесться этого целлофана. Для нее, конечно, случится большая проблема с ее пищеварительной системой. Но вот от этой пагубной привычки, конечно, очень сложно избавиться. Во-первых, вам нужно развлекать свою кошку. Самое такое эффективное развлечение – просто принести картонную коробку, потому что кошки, они такие, любят домики, любят прятаться. Давать что-то новое понюхать. Вы можете принести домой специи в платяном мешочке. Не обязательно должна быть какая-то валерьянка. Это может быть и розмарин, и корица даже. Только прячьте от кошки, чтобы она этого не наелась. Берегите себя, своих кошек. Я думаю, что все будет здорово в вашей жизни. Удачи и до новых встреч!